يا اخي براح هذيك فاز اختص بسنرات حردود دي غوز زين حقوان نقرك وحفار احتخو حاب شقا يغز ادبو ابري قواق راح ازلال تشا يحبرك يزبرك يزيق حتايت قلنا ابري وس حمد زبرات بصو حمد زمكونا تقل زعشا حقفي ارا انفرماتي في تصول يرحو أبسنت بي غاليريا بليتها غاليريا وزمي بلوز غاليريا يات نكو زوسم تكروبي بلوز اي بلوز اساك تخت ريد غلا حزينا زينو بي بلا بعد يجوخ بشكسا راح اشتيا برينس عن صحيت اصحيت اخا شكر قلا شيموت غاليريا أخبره Владислав Григорьевич Дезлагай забрал в Риге Пушкина Аба в Ригелу. Ваха псуха и будет, куда вас хавот, и брегу, ахра ехал, шакал воз. Я дыр он, из Банзер, и хыщта за усом только, ва ахча шерема замерз. Я хвит и тахвит, я хвит и тахвит, ах ваха псуха и будет, куда вас арыцхарак нахай анзе, бас хавот. Ажларге хилларка атахтаху Иго тагыл заша Досы гуанна гара гуанна гара рыму Абри якнаго якнага мухагаку Досы яхья атасу яхя Юю лакало терюйот Абри каблар сазабхана Абранас Директор галерея радугов, сахи тахчвара ику, хагуана гараша хартезуба, брай хашвзя загаз. Случилось, конечно, вопиющий факт национального масштаба трагедия. Об этом все знают. Но уровень случившегося досконально, что это такое, что мы потеряли, что мы имели, в каком состоянии все это хранилось, об этом мало кто знает. Давайте все-таки будем говорить на эту тему. Вкратце я вам скажу, что сгорело фонд Национальной галереи. То есть все, что было собрано в течение, можно сказать, 20 века, на протяжении всего 20 века, было собрано и на временное хранение находилось в здании Союза художников Республики Абхазия за неимением других возможностей. Все это называлось просто хранилище. Но назвать это хранилище невозможно было, потому что не было создано никаких соответствующих, понимаете, условий. Для того, чтобы хранить нормально картину, есть определенные параметры, есть параметры галерейные, но как бы мы красиво ни говорили, ответственность за это несем мы все вместе взятые. Вот. Конечно, были обращения в вышестоящие органы еще с 80-х годов прошлого века. Вот. Поэтому, когда говорят, что никто нас не предупреждал и так далее, те, которые говорят об этом, они просто, наверное, не знают информацию. Все мы в разные периоды обращались и принимали, пытались все-таки реанимировать эту ситуацию. Но, как видите, в итоге так сложилось, что случилось то, что случилось. Теперь нам никогда не вернут и не восстановят все эти фонды замечательные, поколениями, которые все создавалось. Где эти картины сегодня? Их нет просто-напросто. Более того, в свое время более 200 работ из Тбилисского государственного музея на время юбилейной выставки «Чачба»
вместе с ее дочерью, с его дочерью Бианой Александровной, эвакуировали мы, можно сказать, из Тбилиси в Абхазию. Это была такая акция. Потом эти работы мы не вернули больше. Вот началась война, и эти работы хранились тоже в этом фонде. Одним словом, теперь стоит задача следующая. То, что возможно сохранить в этих условиях, по крупицам придется собирать. Обгоревшую зданию надо обследовать хорошо, и надо провести тщательную работу все эти два дня, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Но, на мой взгляд, надо создать определенную рабочую группу и комиссию на уровне государства. Есть профильное Министерство культуры, значит, ну, тогда на уровне Министерства культуры. Или желательно вообще, есть курирующий вице-президент, есть кабинет министров. Вот на этом уровне мы должны решать эти вопросы. Потому что предстоит колоссальнейшая работа. Для начала все это надо изучить. Второе. Надо, чтобы прокуратура довела до конца тщательную работу по расследованию случившегося. Разные слухи, домыслы, всякими, да, наполнено пространство информационное. Чтобы снять все вопросы, мы полагаемся на прокуратуру и на следственные органы. И обязательно, если будет необходимость, а я думаю, уже такое время настало, когда мы должны независимое расследование будем проводить. Очаг возгорания, как очевидно, произошло именно на чердаке банка, которая находилась там, в этом здании. Но мы дальше услышали опрометчиво, что, оказывается, возгорание произошло в союзе, в здании Союза художников, поэтому это огонь перебросился и именно через это здание. Так было сказано. Вот такие вот слухи, они не приведут к желаемым результатам. Поэтому мы требуем тщательного расследования. Это два момента. А как я уже сказал, наше независимое расследование, и тут мы и вас тоже попросим, уважаемые журналисты, подключайтесь. Очень много вопросов возникнет. Там хранились не только чачбовские работы, там хранились работы Валерия Гамге, автора наших государственных символов. Его лыхнинские росписи на тему истории Абхазии. Это огромные панно. Вот они, фотографии, в свое время сделанные нами, лежат здесь. Чловские росписи монументальные на тему Абрскил. Это шедевры абхазского искусства. Теперь нам не вернут все эти работы. И поэтому здесь возникает очень много вопросов. Там хранились работы наших замечательных художников, наших предшественников. Это такие художники, как Сергей Габеля, как Хута Авицба, как Тариэл Ампар, как Виталий Лакарба. И многие другие наши замечательные художники. И вся наша современная, все наше современное искусство. Мы стараемся учить молодых людей. Стыдно просто перед молодым поколением. И мы все вопросы должны решить на уровне государства. Мы видим реакцию парламента, реакцию других людей. Но этого недостаточно. Буся, але
сара сакшица саханхет риза на трагедии дудзе айбишен со закартша яхсур блит абсу институт абсу архив уже харахна бачиша аз хахала хазгвам тарула хам хуцрула хам чейхарула и хамаз ахазинаква хар халшот хузмадзамаз хайзбанзар пшнызик хусум тайцвахни хамаз женызик долар цирак апсазар шнызик долар апсаз шығазги ее хани апсаз шағазги ехе бюзет апсняму юнтхунки ехана ахарту абре арабе рахамаз абре ара хазина рахамаз ну аришир хазеб ша яхвет и тахвет ша рашила информация карампицет дара каршукса аха хацгылары маюдзи шыль дыруевша аты пазылхуна галерея улица Пушкин имеет ду абат юйнаган ахыбра ацан уйнахасы айма кайчак амлакон шашкан сатамазаха бджар штыхли хакула харшани хамар харцартахна ей вэпшим ахтысу гука алашан абрихуджик эйпхбачай юков хагураганы соб ария баларар хархуна Ашер ханар напкакур царшир таху я тыб. Тыб дарим, иншалла. Галерейзе. Аху бусе алэйт арэйцвах не хамас. Ацахырта. Арайшир хазипша. Яшанги цахымыз. Ацахыша кваха акаоп и баоп аформаха. Ярбан форма за алайги ака яхта дзадзомын. Убрыги ахвэд изныкам кван. Убрыги ахвэд юнтам кван. Аха. Аха цгыла рахмудзи. Айлка арахмудзи. Хайлызка аз дахмуди. Ярехет ахыз ахыбра, ам цахекызи гизфа. Уизи гилкаап, цахзухан гилкаап избензар, ханахдзя дулгара хучик хахтета, ам цахекыз ахыб шейла хавазги, студент сурома, сахатык сурома, айрагуин хоз сгубилуаза варила, ам цахчвейцвайчкунца хацхрана, шка ишусун тара арадбулак. Яхауш зиги хайва хачу, ехо типа без алахри. Аша кургулы цариста врадар чауэта усура ба ябала харгари. Ишпа ахтари. Яшу, яха, ишпархо. Ихамаз хзим ихчазид, ихавсаз хахтруа. Ихадпи амтаз убуси алэ. Исхор цистаху. Ахыбра юбусиан. Ари революция алан зиргулу хыбро. Ахахчах излуху, а усхырку излуху. Хыхе бретуану хайзу излухыз. Шишкусе яхани хыцхе. И вдыру зарстаху, шишкусакум, ерус и вишкуса хышкусрала юзамча, амца наклак, и язамча амца наклак. Амцарцвейца, ахтыдзом арча. Скуяна гот амцарцвейца, хакак рымазырги, ирлушаз азета. И рыцарь Хозгер Моуди. Уже хапа, я разнакала, а дыра аз, я саха тыхал, что из зону, а цепхаз мазаан, галерея он бяша артна, а усум такуа, чаш би усум такуа, дулгара, а уйда хзар калон. Сариз Хозак оса адзамыд, сариз Хоз, ну, чима зарексима на кытар саа, а харен хоза амыз, а цепхаз маза амыз, я артна рай вен хода площадыч, ин хонда бри, нехта революция площадыч. И майрыз, Саат калы дулугу чашбе и усун такой языкни хамаз, а уйдах зон ахчара. Аха, аха, приги ус ахаваджа алхайт ахана, агу хала гырдзи латрот, зигшби шалса зипшабаси об, сатамаз. Проект предложения реконструкции национальной картинной галереи по Пушкина 8. Это то здание, которое было определено нам под галерею. Все это было отклонено на будущее. Это был 2009-2010 годы при министре Логво. С этим предложением я выходил уже предварительно и в Союз художников, и в Национальную картинную галерею. Естественно, перед кабинетом министров я вот лоббировал вот этот проект, зная и понимая,
существующую ситуацию. Но, как вы знаете, это был первый проект социально-экономического развития. Мы тогда, правда, успели филармонию, госмузей, русский театр, абхазский театр, национальная библиотека. Но я не смог этот проект осуществить по поводу того, чтобы вот это все, что я называю культурные учреждения, все они нуждались в реконструкции, в восстановлении. Мы занимались капитальными ремонтами этих учреждений. И они, слава Богу, сегодня работают. Но галерея, так случилось, что отложили те, которые решения уже принимали. Какая была система доступа в хранилище, как туда заходили люди? Это был определенный круг людей? Или... Только сотрудники могли заходить в помещение. И только хранилище имел доступ к, значит, где хранились работы. Остальные мы без ведома хранителя, главного хранителя, мы не имели туда доступа. И вот вопрос, связанный с охраной этого помещения. Там был сторож или не было сторожа в этом помещении? Как так случилось, что сперва начали эвакуировать... Кто вообще позвонил о пожаре? Да? Вот какие-то детали проясните нам, потому что совершенно непонятно. Нет, я совершенно случайно от племянницы узнал, что картинная галерея горит. И только я тогда позвонил, это уже по 8 или 8 часам. Только то есть тогда вас не позвонил. Проинформировали о горении? Нет. То есть у вас не было там сторожа? Нет, конечно. Сторожа были в банке, а там круглосуточная охрана. Это одно и то же здание фактически. Как часто, когда последний раз проводилась опись картин, которые находились в галерее? Мы все время, значит, делаем опись. Вот сейчас мы готовили, значит, каталог первого тома. Вот сейчас прямо мы и проводили. А последний раз опись когда проводилась и кем проводилась все-таки? Главным хранителем и Аза Аргун, которая сотрудница. А кто у нас главный хранитель? Ласурия Бесик. У меня вопрос, вот энергонадзор, когда последний раз проводил проверку, и были ли предписания какие-то сделаны? Значит, всякие предписания передавалось, значит, председателю Союза художников. И по предписанию им было приобретено, по-моему, Владырцева гнетешутели. А так, значит, у нас отдельно прямо с улицы поступала электроэнергия, и прямо, значит, к рубильникам, и рубильники мы выключали. Не просто, когда уходили с работы, выключали. Мы, значит, поскольку у нас не было никаких условий, за водой спускаемся, обязательно выключаем рубильник. Почему? Потому что, во-первых, ветхое здание, во-вторых, стены деревянные, эти деревянные, поэтому пожароопасно, поэтому каждый раз мы выключали. И тот раз тоже, конечно, свет был выключен. А есть ли у вас уверенность, что это был пожар? Или есть все-таки подозрение, что это был пожар? Идет процесс изучения. Что мы можем сказать? На самом-то деле чердак очень длинный. Этот чердак я видел, потому что мы много раз крышу ремонтировали своими руками. И поэтому мы знаем, что чердак очень длинный. Значит, где-то может загореться, безусловно. И пока дым не проникнет в помещение, и охрана банка тоже навряд ли заметили бы. Когда огонь уже разгорелся, может быть, заметили бы. Да, так, я не знаю. Но кого-то обвинять, это прокуратура занимается, я не знаю. И еще, вот вы посмотрели то, что осталось. Меня интересует, сохранились ли хотя бы фрагменты каких-то работ, вот, допустим, часть Башир-Вашидзе, там, Бубновой, фрагменты работ, или... Даже... Значит, сейчас скажу, часть Башир-Вашидзе не даже сохранилась. Даже фрагментов не сохранилось. Бубнова, две работы в тот же вечер сохранились. Сегодня, вчера, значит, выявили среди бумаг, которые вытащили, еще одна работа Бубнова. Вот так вот. То есть это мелкие работы, да? Ну, графические работы, она большими холстами не занималась, поэтому. У меня вопрос открытия картинной галереи на Пушкина уже вот длится много лет, да? Вы разрешили этот вопрос. Как вы дальше намерены ставить вопрос открытия вот этой галереи? Что вы намерены делать? В принципе, сейчас вот
с России, со всех республик Северного Кавказа звонят мне. Юга России все звонят, с Москвы звонили, с Питера звонят. Вчера директор музея Ростова звонил мне ночью. Они все хотят помочь нам. Мы соберем вам работы. Я им всем говорю, не надо нам никакие работы сейчас. У нас негде хранить то, что имели, не сохранили, что мы будем ваши работы сжигать. Поэтому мы чего хотим? Ставить вопрос все равно, чтобы это здание в конце концов построили. И будем собирать дальше, чтобы духовная культура нашего народа как-то оживить. Вот понятно. Наша задача. Да, но вы и раньше ставили, но не решался вопрос, вот как вы дальше... Ну, после того, что случилось, может быть, они прозреют в конце концов. Значит, думаю, что у вас возникнут вопросы, поэтому я заранее хочу отметить. Значит, вчера и сегодня те работы, которые сохранились и которые поставили в реквизитное Абхазского театра, сегодня перебираем, и сегодняшним днем наверняка около 50 работ мы перенесем в Республиканскую библиотеку. Там по суше, там по, сказать, какие-то условия есть. Остальные они должны на месте немного подсушиться, потому что такая технология. И завтра, послезавтра, скорее всего, их тоже перенесем. Но, как вы понимаете, это мизерное количество того, что у нас было, это 150, около 150 работ. Ну и, конечно, среди них сильно поврежденные, обгорелые. Я не знаю, навряд ли реставраторы там что-то могут сделать. Вы представьте себе, жара была такая огромная, что бронзовые статуи, бронзовая голова, значит, Амирана Адлибы, то есть его исполнение, она расплавилась. И бронзовые фигуры расплавились. Вот такая высокая была температура. В Приднестровье звонили тоже. Они хотят реставрационные работы. Мы вам все сделаем бесплатно, если что-то у вас там сохранилось. Вот такое отношение у всех. Я не знаю, как это. Надо новую галерею строить. Из сохранившихся Хутавицга, по-моему, одна или две работы. Сергея Габиля. Сегодня мы вытаскивали, обнаружили. Ну, еще ряд художников, безусловно. Но на самом-то деле, то помещение, где эти работы сохранились, мы держали как второстепенные работы. И по объему, и по размерам, и по качеству живописи. А теперь эти же работы для нас уже оказываются очень ценными. И вот нам надо все-таки думать о будущем уже. И надо, конечно, или на основании того, что было уже ранние проекты существуют, реконструкции того же здания по Пушкина 8, или новый совершенно проект, надо все требования музейные посмотреть и все это закладывать туда, собственно говоря, и там тоже закладывали все это. Для музея очень важно не только экспозиционные выставочные залы, а очень важно хранилище и реставрационные мастерские, и лаборатории для изучения работ и так далее. Это целая система. Безусловно, эти параметры существуют, они известны. Но, безусловно, это дорогостоящий очень проект. Вот почему откладывалось все это время. Это и не 1 миллиард рублей, чтобы вы понимали. Тогда приоритеты отдали вот этим учреждениям. Я считаю, что это не было ошибкой, но просто руки не дошли, как говорится. Театр надо было делать, да. Все эти театры должны были работать. Там живые люди, действующие. Здесь филармония, там национальная библиотека. Безусловно. И дома культуры районные. Вы же знаете, в каком состоянии они находились. Нигде не хранились такие ценности, как в картинной галерее. Как? Нигде не хранились, да, такие ценности, верно, как картинная галерея. Я отчасти с вами согласен, да, безусловно. Да, конечно. Вы же понимаете, что для меня... Даже условия хранения, в которых они хранились, и то наносили ущерб этим произведениям. Конечно. И вы лучше меня это... Конечно, конечно. Я абсолютно здесь с вами согласен. И мы по этому поводу всегда били тревогу.
несмотря на то, что я тоже был министром культуры, я же говорю вам, предпринимали все усилия. Но как-то так получилось, что в приоритете я когда-то оказался совершенно в очереди, так скажем. Но случилось то, что случилось, нам надо уже думать о другом, нам надо уже по крупицам собирать и произведения чаще по всему миру. И надо собирать и других авторов наших. И поэтому предстоит колоссальная работа. Сможем ли мы это осуществить? Вот эта задача серьезная. Я боюсь, что это опять сведут на нет. И вот здесь есть опасность. И мы считаем, что для этого надо создать определенную комиссию. И вместе с комиссией мы должны уже работать. Еще у меня, я как председатель Союза художников, у нас тоже сейчас бедственное положение. Без поддержки сейчас государства Союз художников фактически умирает. Уже нас нет. Если они какую-то поддержку сейчас нам не дадут, мы не выживем. Поэтому я обращаюсь к ним, чтобы они поняли, это духовная культура народа, это работа художников. Их объединяло союз. Если сейчас союз развалится, представьте, что будет в дальнейшем. Поэтому просто поддержать нас. Сейчас, последнее время, вы, наверное, в курсе, постоянно у нас выставки один за другим. Мы старались показывать нашему народу, нашу духовную культуру. А сейчас пусто. Если какой-то поддержка не будет, мы вымерем. Виталий Петрович, вот как раз вдогонку к вашей просьбе, не все знают. Расскажите, из чего формируется бюджет Союза художников, о каких суммах идет речь, на что не хватает вообще? Мы, как общественная организация, государство с бюджета нас вывели. Мы на бюджете не сидим. Слава Богу, наш первый президент, когда вот это здание передал Союзу художников, зная, наверное, все, что предстоит нам, попросил кабинета министра, они сделали постановление передать Союзу художников это здание на безвозмездное пользование. Но тогда кабинет министров сделали такое постановление с баланса Министерства культуры Абхазии передать на баланс Союза художников. И мы все тогда, при тебе, по-моему, было, да, вот подписали министр культуры, там кабинет министров, директор картинной галереи. И мы все думали, что это здание уже наше. Когда мы остались без поддержки государства, нам надо было выживать, и мы сдали в аренду верхний этаж банку. И вот этим мы содержим сегодня и зарплата сотрудникам, и все выставки, что мы делаем. Там большие расходы идут, даже на свет, сколько мы в месяц платим, это мы не знаем. И это еле-еле мы концы с концами сводим. А сейчас, когда без ничего остались, я не знаю, как жить дальше. Какая часть картин была оцифрована? Вы мне скажите, есть оцифрованные картины? Ну, значит, не скажу большая часть, но процентов может быть 40, сейчас точнее не скажу. На этот раз будем очень последовательными. И будем требовать то, что на самом деле надо требовать. Вот и все. И все, я думаю, в будущем будет по-другому, потому что так продолжаться не может просто-напросто.
Союз художников – это не просто союз художников, это целая армия художников. Это новое поколение, которое подрастает. Ежегодно мы в Абхазском государственном университете выпускаем по 30 человек. Это не те ситуации, которые были даже в советское время, когда бы 2-3 человека заканчивали в 5 лет один раз. А сейчас ежегодно мы выпускаем по 30 человек только в университете. Художественное училище также выпускает. Школы у нас работают замечательные. Студии работают по всей Абхазии. Только в Сухуми их десятки студий. Все это приведет к тому, что у нас будет целая армия художников. У нас есть будущее, несмотря ни на что. Поэтому мы должны сейчас настроиться на это будущее. И здесь надо приложить немало усилий.